Здравствуйте, дорогие друзья! На сегодняшнем уроке мы с вами займемся анимацией дыма, но будем делать его без плагина, а с помощью кистей. Для этого нужно будет скачать кисти дым в фотошопе. Итак, переходим к картинке основной нашей, над которой будем работать. Я выбрала мужчину с сигарой. Берем кисть дым. Мне вот такая кисть, я выбрала ее. Закрываем. Создаем новый слой, добавляем к нему маску, панели слоев и заливаем черным цветом эту маску. Залили и на этой маске рисуем, уменьшу сначала чуть-чуть кисть. Рисую дым. Его пока не видно, но если мы нажмем Alt и щелкнем по миниатюре слоя, вот наш дым. Сделаем небольшое размытие по Гауссу. Я выбрала 0,8 или 0,1, вот так, 1,0. У вас может быть другое. Итак, снова Alt. Теперь нам эта маска пока не нужна. Правой мышкой щелкаем выключить слой маску и переходим, делаем активную миниатюру слоя. Кант по бокам должен быть, это значит, что миниатюра слоя включена. И на ней, увеличив немного нашу кисть с дымом, рисуем дым. Вот он. Нарисовали. И теперь дублируем. Ctrl плюс G. Снимаем связь, нажав на эту скрепочку. Разъединили. Активным также по-прежнему у нас миниатюра слоя. Берем инструмент перемещения, должен быть активный. И смещаем с помощью стрелочек на клавиатуре вниз. Наш дым опускаем. Никуда его не сдвигаем, просто опускаем вниз с помощью стрелочки. Так, опустили. Нажимаем на Ctrl плюс V. Сливаем два верхних слоя. Отключаем связь. И включаем слой маску. У нас остался только дым. Переходим в окно анимации, если оно у вас закрыто, по верхней панели откроете окно и анимацию. Добавляем здесь кадр, также инструмент перемещения активный, и смещаем наш дым с помощью стрелочек теперь вверх. Вот наш дым вверху. Можно включить указать направляющий, чтобы было четче видно, насколько вы сместили дым. Не так достаточно хорошо видно. И теперь нам нужно добавить несколько кадров. Ну, допустим, я нажму. Добавлю 15 кадров или фреймов. Активный второй кадр. И добавляем дополнительно 15 кадров. Теперь время у нас стоит 0,2 секунды. Отключаем показать управляющие элементы и смотрим, нажимаем на просмотр, что у нас получилось. Вот дым от сигареты поднимается у нас вверх. Это то, что нам нужно. На этом урок закончен. Всего хорошего, до новых встреч. С вами была Зося.